Вот у нас брат Сергей сегодня карпа зацепил. Все, посмотрим, сможет он его вытянуть, нет. Вот карпик! Лови! Вот! Смотри, не упусти только его. Большой. Вот он, красавец наш. Ой! Вот дул. О. Шарик не давай. Шарик. Нельзя шарик. Шарик его сразу слопает. Шарик, отойди, отойди. Уйди. Шарик, уйди. Шарик, фу. Шарик, уйди. Фу, бери его. И нюхай. Ой. Как он хулиган оказывается, этот карп. Карп? Кукурузу. На кукурузу? Здорово. Кастрированная кукуруза. Это вот, которая баночка у тебя как раз, да? Да. Ой-ой-ой. Недовольна, однако. Сердится. Понятно. Жить охота ему. Парню. Шарик, тебе нельзя. Шарик, осторожно. Сейчас у нас первый день поста Успенского. Рыбку не поешь до 16 числа. 19 только можно. А, 19 вернее, да. 16 только масло, а 19 рыба. Быстро только подошел, сразу поймал. Они уже, видимо, передали, что место хорошее. Берут сразу на небо. Все в этой грешной воде находиться. Шарик что-то тоже почуял. Вы по сколько рублей с Никитой скидывали? А я уж не помню сейчас. Ласточка тоже. Уж ловит. Никита говорит, Роман больше всех для эскимоса, говорит, рублей 800. А я у Ромы спрашиваю, сколько ты отдал? Говорит, 5000. Вот он такой примерно на сколько? Не знаю, брат. На безмен какой-нибудь. Тетя, мы можем перекинуть? Нет, на. Кстати, жерди бы убрать, бля. Ну видишь, это ждали же, что еще на крещение приедут. Там мы не убираем. Не, надо будет посоветоваться. Шарик. Вот Коля наконец-то. Только Коля, отойди. Это сейчас червяка. Червяк-то у тебя там есть? Или ты... Я на кукурузе. А, кукурузу. А ты его вытянешь, нет?
утащить тебе. О, истребок, видимо, летит. Коля, ты смотри за поплавком, не отвлекайся. О, у тебя вторая уже даже есть. А на вторую что будешь ловить? Галена? Тоже нужна. Волна небольшая. Поплавок уже немножко сбивается. Волну немножко увидишь, сбивает. Он как реагирует? На запах или на его этот звук какой-то? На запах, да? Я в холодную пропускаю. Коля, ты лучше не всегда ловишь гильяна. Здесь карп близко, слишком вылез, говорят, не будет. Может, маленький карпенок какой-нибудь залезет. Шарик. Ну, сейчас маленьких навряд ли, потому что они уже подросли сейчас. Шарик, купить охота. Ласточки резвятся. Видимо, комаров да мушек собирает. Ну, круги какие пошли большие. Кто-то там плещется. Что, стащили? Гульянчик. Какие наглые. Иди, Коля, всю кукурузу съели и не поняли. Иди, моего раскутал. Гульянчик, отпусти его. Это, с крючка сними его. Сходи. Вон он, вон. Ты куда ногу выкинулся? Смотри, тебе нельзя сюда. Вытащил. И червак остался. Молодец. Ты уже как профессионал действуешь. О, карп недовольный. Да. Карп недовольный. Что соседа поселили рядышком. Здесь был шарик. Буксует, стоит на месте.
понял. Терпение быть рыбаком. Ну ладно, слава богу. Ну все. Вон там у нас храм. На той стороне. Вон он. Солнышком, как его видно. Вход в храм. Аллилуйя.